Если драка в общественном месте произошла из хулиганских побуждений и при этом не было причинено какого-либо физического вреда людям, либо не причинено имущественного вреда окружающей обстановке, то такие действия могут быть расценены как административное правонарушение. Это мелкое хулиганство. Но в случае, если кому-либо из потерпевших причинен физический вред, либо имущественный вред, то это может идти речь уже об уголовной ответственности за хулиганство. Если такой вред является менее тяжким, соответственно, ответственность более жесткая наступает, поскольку квалифицироваться такие действия уже могут по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Но если при вот этом хулиганстве использовались предметы в виде оружия, либо оружие, либо какие-то легко воспламеняющие средства, которые используют для причинения вреда здоровью, тогда речь идет уже о злостном хулиганстве. Это часть 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И ответственность там достаточно серьезная, потому что это уже тяжкое преступление.